Так, ну что, погнали? За Терро. За Терро. А где клип? Клип будет после катки. Все на месте, не переживай. Просто у нас теперь условия спартанские. Теперь в перерывах. Катки у меня, видишь, кидают репорты на катки, блин, из-за клипов. Это розыгрыш-то. Розыгрыш-то тогда, когда написано в группе. Саня Ру. На следующий стрим будет среди сабов розыгрыш набора. И там уже получается патч выйдет. Потом мы разыграем еще одну Артио и новый скин из патча. У меня есть дэнс. Блин, они там драться пошли. Не пошли, а, ну они уже там. Мне очень нравится то, что у меня есть нейт. Катки, по-моему, это стрёмно, но у нас есть хибой, это хорошо. Всем здравствуйте, привет, халло, привет. Нейт не угодила, очень слабый лейт-то нейт. У нас много контроля, поэтому, в принципе, да, кнокап у хибо не контрится. Как бы у меня много рутов и станов. Вас хибо может весь лейт вытащить. Да, да, холоп, я знаю, я согласен с тобой. Выбили, молодцы, я думал не выйдет уже. Так, а ну-ка, все, давайте, не ругайтесь там. За Терро получилось играть, выиграли? Все в порядке, спасибо, Димас, Димас, спасибо, спасибо. Привет, кстати. Но взял топ дамаг, хорош. Ровно 20-й, хорош, ребята. Они его просто распилили в говнище. Когда его... Да, ребят, кому не сложно, ну Лукас, воткните мне там, этом, на ютубе. Лукас, воткните. Привет, Ладон, спасибо, спасибо, ребят. Руки е, но за хибо трудно быть криворуким, там, блин, один скилл, считай. Дела, то я забыл сразу спросить. Дела хорошо, все. Сегодня два новых платных подписчика. Да и подонатили мне немного, настроение подняли. Нормально. Может, друзья добавить? Да могу, конечно.
Чего нет? Ну, просто вы должны понимать, что если вас друзья добавляют, не значит, что я с вами буду играть. В смысле, по кулдауну. Мы будем играть в отведенные специальные дни. Блять, ему на них хватило. Ну да, добавляйтесь, конечно. Почему нет, я же не против. Три, один, два, четыре, один. Это что такое? Три, один, два, четыре, один. А, спасибо, подсказал мне калачик, чисто как. Блять. А, это ты тюру. Канку играешь? Да, играю, вот только что поиграл, блядь, в Сильвер. Слил все карты. А так играю, конечно. Изи станем. Да там вообще жесть, такие отбитые типы попадались, то что просто жесть. Это, как тебе Чернобог? Привет, охрененный просто. Зачем слил? Да не знаю, подгорел что-то. Блин, жалко, типа убили. Не знаю, все жалуются на его внешность, не славянскую. По-моему, норм. Я бы мог его спасти, кстати. Руп. Зря я ее знал. Блять. Ну мог я спастись, конечно. Ну ладно. Кого проигрывают калачики? Я не проигрываю. В смысле, это не я проигрываю. Форту мастер Уе, привет. Думаешь, лучше от стана дамаг нанести? Ну, не знаю. Главная победа, главное участие. Ну, тоже верно. Они просто сзади стоят. Ну и чё, плохо что ли? Да не стреляй, ну нет смысла. Должен быть, если он должен выглядеть как мужчина средних лет в броне или плаще. Да почему должен-то? Mm-hmm.
сбежал. Такие, блядь. Я кому хилку поставил, алло. Да ее тут уже частенько обгоняет так. Ну давайте, если вы его не убили бы, блин. Не успел. Найт готова, блин. Блять. П-поддержка. Спасибо. Спасибо, Димас. Я не вижу его, к сожалению. А мог бы не улететь. Привет, привет, Ананасик. Опять хипа пострадал, да? Так, ладно, маны хватает. Пятьдесят один человек общее количество, ребят, всем спасибо. Раньше вас так много не было. И это очень хорошо. Только что он ультил. Как? Кому надо сейчас стримить починал-то? Димас, я и до этого стримил почного, то рестримил пару раз. Было много людей, это... Да, это ранкет. Было много людей, но не так много, как в прошлый раз. Блять, у нас у Нейт офигеть что забил. Алло, привет, Blackbox, приветики. Я каждый раз развожу на их эскейпы и на всякие такие... А сколько уже с Майт играешь вообще? Вообще с 2014 года. Четвертый год. Знак свыше, да. Буду рестримить, понял, всякие штуки харизовские. Вообще, да, кстати, Димас, если меня в тир 3 переведут, то мне еще больше будут давать скинов. Но для этого зрителей, наверное, уже под соточку должен быть. Сейчас 52, это уже хорошо. Вот так вот. Это хорошо.
могу я пока попробовать это. Все, ребят, ХП. Я посылаю, хорош. Я специально это сделал, чтобы спасти этого придурка. Нет, Крио, все правильно он говорит. Он поднимается в трендах. Типа, больше шансов, то что видос выскочит потом в поиске. Боги в туалет? Я думаю, нет, они же боги. В туалет, блядь, как у тебя вообще, блядь, возникла мысль, то что вот... Ну зачем об этом думать, в смысле? Ты, блядь, скиллы бы еще больше зажимал. Ну, не знаю. Без эскейпа. Атаковать надо, наверное, да, ребята? Нормально, нормально. Блядь. Как он его убил? Дизлайки тоже вроде как больше поднимают. Я не читал, что вы пишете, сорян. Типа замес был. Но вроде как дизлайки еще больше видос поднимают. Привет, Берсерк. Ну еще не к концу прям уж, но уже да, так. Че бы им такое собрать, блин? Может хорификсом? Блин, но они все равно убегают. Гоудиса. Половина. Ну да, еще стрим будет всяко. 100%. Ах, вы жуки, понаставили, да, мне дизлайк? Ах, вы крысяки, а? Я не буду даже спасать его пытаться. Еле догнал, блин.
Давай, давай, пока. Спасибо за поддержку. Я помню, помню. Приходи еще. Не-не-не, он сейчас наоборот все правильно сделал. Если бы он не ультанул, мы бы его не убили. Да почему? Ой, задавил. Okay. Какие у вас, у тебя арт, любимый персонаж? Смотри, я люблю играть за АДК. Блин, нужна команда. Калачик, настрой мне команда. Мне нужна команда типа любимый бог. Там что еще? Я могу, а я не знаю, может или нет. Не, такая мне не нужна. Да, они уже увидели. Да, 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 какая-то охотники. Блять, они убили. Артемида и Хатиман. Артемида очень сильный соперник. Артемида очень сильный охотник на самом деле. Ранг. Это квалы. Пока 3-0, по-моему.